Всем привет, ребят! Что, как обычно, у нас трешечок, английский сервер, как обычно, топовые плюшки. Что-то у нас остается, что-то мы можем забрать. 5 роз, где о чем уже, в принципе, Розалинда можно получить. Плюс тут, по сути, два космоса брал осколками. Короче, такое вот. 10 космо у нас уже есть. Так, все. Наконец-то кулаки у нас ушли в перелимит. Да, судя по всему, да. Так, что у нас сегодня интересного? Куча обалденных акций. Английский сервер, как обычно, щедрый. Не могу это забирать уже. Они мне, в принципе, не нужны. У меня их перелимит. Вот эти рунки я забираю с удовольствием. Утекания очень обалденные. Так, что еще интересного у нас сегодня? Ну, такое. Все равно нам надо их потратить. Поэтому будем ролить. 3500. 2. Короче, по скидке потом. Пум-пум-пум-пум. Минус 40%, минус 20%, минус 30%, минус 60%. Ну, по сути, можно и так забирать. Так, сундучки. СО. Смотрите, СО нормально, кстати, продают. Тоже интересная тема. В общем, вот так вот. Затариться здесь можно очень и очень даже неплохо. Так, это восьмые. Ну, 1500, ребят. 1500 камней уже продают. Обалдеть. Супер. Скоро бы продавали уже Apex камни здесь. Так. Ну, вот кто-то спрашивал, где я столько беру утеканий набрал. Вот именно с таких вот акций отсюда. Ну, в общем, вот как-то так. Стирачки и все остальное довольно-таки неплохо. Ну, 4 утекания достали. Так, что у нас есть по гифтам? Ремка, бравлера, рунки топовые, обалдеть. Ну, все, что надо, еще ремка. Супер. 3 ремки 8 сразу. Это уже расходный материал, они, по сути, уже не настолько имбовые, как раньше это было. Так, это у нас карты. Это у нас рунки. Что по подаркам? 465, но я пока открывать не буду, у меня перелимит. 660. Сундучки. Портика откроем. Так, карта выпала. И все. Так, это сундуки лабиринта, давайте тоже их откроем. Смешно, конечно, смотреть на эти награды. Ну ладно. Хорошо. С этой акцией разобрались. Также есть Shopping Spree. И довольно-таки неплохая Shopping Spree. Камни Апекса здесь, конечно, блин, задротить, сидеть очень долго надо. Я вот тут вот буду скупать вот такие вот. Ну, я скупаю на будущее себе. 15 сразу. Тут и книги, и все остальное. Мне надо будет через час опять не профукать время и зайти поскупать. Космо продают по 20 осколков, тоже добрать можно уже не 10, там уже по 20. Так, это за вход Clash Day. Императорская кузница, идем. Как обычно, у нас правило, тут слить. Ничего не поменяли у нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Слили огника. А, так, покер-матчер. Вот идем сюда, зайдем. Тут у нас товарищевые призы. Поинтер ката. Ну давайте сюда. Забежим, посмотрим, что у нас тут интересного будет. Какая себе, сколько у меня попыток. Читер какой-то прям. Блин, ну поменяли бы здесь уже, блин, год, полгода играю или сколько там. Никак не поменяют.
Ну что, выбьем огника или нет? Череп. Говорю, огника. Тут его даже нет. Вечно путаю некроса с огником. Очень много огников надо поудалять с игры. Так, Ронин. Еще один Ронин. Ну, видите, здесь акция-то не особо интересна. Ну, герои падают, но вы их дешевле купите с рынка, чем здесь. Но это как доп, и то все равно она не топ. Анубиса вытащили, которого дадут бесплатно. Так, таланты, счастливое число, изменения. Ну, такое вот. Вот такие вот пироги. Итого 75 сундуков, ребят. Реально сундучки очень, очень нужные. Но надо будет, блин, перекачивать героев, потому что я не смогу их открывать. А кого качать, я уже даже не знаю. С обычных героев. Будем пробовать кого-то качать. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Вот эти сундуки тоже. Давайте сейчас запустим, посмотрим, сколько мы сможем их открыть. Смотрите, как грубая сила слизни. Слизни тоже скоро в перелимит уйдут. Ну, слизни хотя бы на кагашке можно продавать потом. Будет попроще. Короче, тут у меня склада хватает на, наверное, на год игры наперед, это точно. По расходникам. Если не на пару лет. Если опять же они чего-то мега имбового не ведут. Интересно, кстати, будет посмотреть, сколько будут теперь камни стоить в этом, в магазине. Ну, пока вроде идет. Синие кристаллы. Вроде тут же 200-ки кристалла, если не ошибаюсь. А, тут до 49 тысяч, то мы сейчас все, в принципе, откроем даже. Я не посмотрел, сколько у меня там было. Но думаю, мы нормально сундуков откроем. 2000 сундуков, это, конечно, жесть. Карты так неплохо тоже падают отсюда. Надо будет открыть 1000 карт, накопить и пооткрывать. Грубой силы я не знаю, сколько сейчас будет, если мы все сундуки откроем. Интересно будет на это посмотреть. Уже, блин, 800 открыли, я уже запарился смотреть на это все. Все, закончилось наше открытие. Смотрим самое интересное. Вот она. Вот она наша основная проблема. Вот так вот красных не хватает, этих перелимит. Ну, тут можно будет потом попродавать. Но опять же, курс, посмотрите, я все продам. Я получу всего каких-то 5 миллионов красных кристаллов, а продам, блин, на нормальную сумму синих кристаллов. Как обычно, IGG красавчики. А что у нас по картам получилось? 367 карт уже. Ну, я особо за ними тоже не охочусь, но думаю, до 400 мы тут добьем. Надо будет посмотреть еще по другим серверам. В общем, такой вот трешечок. Пишите комменты. Всех с Анубиса. Всем удачи. Всем пока.